Здравствуйте, товарищи выпускники! Поздравляю с успешным завершением обучения Общевойсковой академии! Давление на право! Для получения диплома.
об окончании нагрудного знака прибыл. Выдать диплом с отличием подполковнику Василенкову Дмитрию Алексеевичу. Я. Товарищ генерал-полковник, подполковник Василенков. Поздравляю с первым окончанием. Спасибо. У нас группы нету. Мужчина, отойдите назад. Да-да, я сфотографирую всю. Подполковнику Жданову, Тимофею Юрьевичу. Подполковнику Саланову, подполковнику Буханцеву, Игорю Юрьевичу. Товарищ полковник, подполковник Жданову, для выступления Олегу Сергеевичу. Подполковнику Агашкину, Виктору Петровичу. Майору Бухину, Алексею Алексеевичу. Валерию Алексеевичу. Товарищ полковник, майор Бухин, для получения диплома на группу нужна. Подполковнику Михаилову, Сергею Борисовичу. Майору Бухину, Игорю Николаевичу. Поздравляю с успехом. Удачи. Подполковнику Богородову Эдуарду Владимировичу. Майору Калугину Алексею Владиславовичу. Товарищ полковник, майор Калугин, для вручения диплома на выборе знака об окончании Академии при. Подполковнику Ульвису Виталию Григорьевичу. Майору Склеренку Дмитрию Николаевичу. Майору Козуле Роману Николаевичу. Подполковнику Карпенко Игорю Ивановичу. Майору Грищенко Сергею Адамовичу. Подполковнику Саакяну Карену Валерьевичу. Майору Бородину Алексею Александровичу. Майору Вакуленко Александру Сергеевичу. Майору Сахно Олегу Викторовичу. Подполковнику Борщову Андрею Алексеевичу. Подполковнику Вильчинскому Сергею Владимировичу. Подполковнику Палкову Сергею Валерьевичу. Подполковнику Тамашенко.
Подполковнику Килобакову Александру Леонидовичу. Секретарь Государственной экзаменационной комиссии полковник Акентьев. Майор Удаленко, Вячеслав Владимирович. Подполковнику Семенову Александру Евгеньевичу. Второе, третье, внутренние войска. Товарищ генерал-полковник, выпускниками судебного факультета, дипломы в окончании академии, будущий начальник факультета.
Громче. А никто не слышит. Камеру. Ну что? Подойдите под столу. Так, нажми. Полутора писать. А потом водки, чтоб не ржавел. Все нормально. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Короче, это не вопрос, то есть. А, то это четвертый. Кому нужны процессы? Крупно, крупно, вот там, там крупно снимать. На 180 минут. Ёлки, не тренировался, явно. А что ты не потренировал? Ну не говори, Андрюш, ёлки, ну, хоть чё? На старом надо было потренировать. Лейтенант, он думал, с лейтенантом натренировался. Бесполезно. Если бы она в другом месте крутила, лучше получилось. Ладно, пойду. Крути. А я бы с другой стороны вставляю. Этот выпуск мы ждали долго, он пришел неожиданно. Хочется сказать своему мужу, что он у меня самый любимый, самый лучший. И все. Ладно, ребята, вот. Выпуск у нас. Кирилл, все это есть. Нормально? Андрей, здорово. Главное терпение. Он хватил у вас. Он у вас хватил. Пора им полки налить. Внимание, говорит краснодипломник, практически подполковник Франчик. Практически, чуть-чуть доставать, да. Товарищ офицер, налили быстренько. Далее. Пойдем сам. Дамы, господа, господа офицеры, внимание, Василий Иванович. Внимание, да. Кто там у нас еще без внимания остался? Еще, у нас все во внимание, они раздают бокал. Готовится времени, нет? Ну, вот так вот, я уже налил, он, елки, берите только стаканчики, рюмочки, ну, берите. Они пьют шампанское. Не вопрос, так налейте. Да. Что? Всех. Герасимов. Лучшим людям. Ирина Николаевич, вы чуть повернитесь, чтобы вас было видно. Ирина Николаевич, на бордюр встаньте. Сейчас, подожди. От себя лично хочу вас всех поздравить. Игорь Игорь, встаньте. Ваших жен. Давай без эмоций. Значит, ваших жен, ваших родителей, и, ну, естественно, и детей, всех наших, и бабушек тоже тут присутствующих. Значит, с нашим выпуском хочу вам сказать, что нельзя забывать друг друга, нельзя забывать нашу дружбу, нельзя забывать те 2 года, которые мы провели здесь, в нашей академии. Беру на себя ответственность, значит... Вы все мой телефон знаете, сбрасывайте мне смс или еще какие-то контакты. 90 значит, центов буду, за одну смс. Да, буду вести контакт наш самый. Кто где находится, звоните,
Получите информацию. Кадры гопни не забудут. Адрес в интернете. Значит, адрес в интернете, если что, оставлю. Значит, завтра всем координаты выдам. Товарищи офицеры, за вас. Ура! 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 Скажи ему мой адрес. Вадим, он надо знать. Я спою завтра. Где его адрес? Горек. Игорь, твой адрес. ВВВ Ленинград. Вовочка Ру. Слышь, Игорь, чтобы мы встречались, какой конец так взял. Не говори. Пять раз на год. Ну вообще, я бы не поняла встречи. Я говорю, не поняла. Столько было. Да даже мы заметили, что час. Надо поддержать эту традицию.
Но я предлагаю все равно выпить за ваши прекрасные половинки, за ваших женщин. Без них, поверьте, курю. Вы бы не достигли этого. 50% успеха – это их успех. И поэтому я предлагаю первый тост выпить за ваших женщин. Ну, офицеры, стоя, наверное. Вы же как гусары. Женщинам хоть сейчас приятно будет. Мужчины с крепкой, женщин до дна. Обязательно. Разминочный идет шампанское, потом пойдет водка. Что значит нашей? Ну шампанское же кучишь, напшем, а вон как, ну что нальешь? Сейчас посмотрим, насколько согласен. Ну еще самого такого крепкого мужчину. Можно вас оторвать? Угадали, угадали. Так они не надуваются, они не надуваются так. Да? Не надуваются. Чего? Ведь только насосом. Их насосом надо надувать. Их насосом. Не лопнуть. Прошу прощения, я купить я их купил, а проверять не проверял. Да не, Макс, даже не получится. Давайте попробуем. Попробовали, да? Ой, побежите. Мужчина, действительно, я мучаю вас. А мощь слышишь? Макс, растянуй побольше. О, профессионал. Нет, не бракованный, давай, тут. Ну что, подрастающее поколение, как тебя зовут? Кирилл? А сколько тебе лет, Кирилл? Два. Я? Молодец. Ты тоже офицером будешь? Кирилл. Серега, давай. А знаете, самое интересное, после этого ему пить не надо будет, часа два. Держи. Что ж такое? Макс, мы верим в тебя. Серега, давай. Мэй, вызывай сюда. Разве бесполезно? Каждому офицеру нужно оружие, правда? Тем более, имея такой красавец, ее же нужно будет защищать. Одну секунду. Надо затупить. Вот вся причина, он одевал его, не надо. Попробуй набрать полное воздух. Иду на вес. Не надо. Не надо. Фигурку сделаешь не очень. Договорились? Слышали, да? Вот для своей любимой сделай фигуру. Отлично. Есть у нас победитель. До утра еще много времени. Оставите себе, будете продолжать. Я не уходи. Победителем мы всегда награждаем. Можно не наградить. Я возьму. Не мешайте. Смотрите, как выгодно. Пошли, мужчина пробил, вот там нужно накачать, да помочь. Извините, шарик был бешеный, пришлось. Все нормально. Я думаю, что вот такой вот подарок вам в самый раз. Перевезите жену опять сюда. Хотите? О, тем более. Давайте поаплодируем нашему победителю, кто победил. За ваш выпуск. Поднимаем. Ну, давайте. Выпускники. Пусть дорога будет для вас всегда открытой машины. Самой дорогой и самой холодной. Холодной, потому что ездили в дорогих шубах. И вот в одном селении поехал мужчина, купил нам машину Волгу, пригнал домой, и сосед, как всегда соседи, любознательный, спрашивает. И ты ну, машина купили? Субтитры сделал DimaTorzok.
шахматном порядке друг друга. По чуть-чуть. И девушки тоже. Так. И теперь определим, кто будет говорить у нас тост. Вчера говорил пятый человек сразу. Что-то такого, да? Да. Алло. А кстати, женщина беременная посмотрела на мужа, говорит, сейчас я тебе передаю. Да. Налила, на. Добрая женщина. Добрая жена. Да. Куда там, пацаны, поздоровейте. Поздоровейте. Вы не волнуйтесь. Вот наливать проще всего. Самое тяжело это удержать бокал, чтобы руки не дрожали. А выпивать его вот обратно? Я не знаю. Ну, обратно. Ну, сейчас. Нет! Ну что ж, давайте поддержим, возьмем бокал и послушаем, что скажет ваш однокурсник. Волнуйся. Не надо волноваться. Что тебе там? Давай, офицеры. Хочу выпить за вас, за то, чтобы в вашей жизни не было бед, хотя они нас, ну, нашу группу не обошли стороной. И хочу, главное, пожелать вам любви. Все. Кто должен быть кратким и емким? Все, пока. Настоящий мужчина. Банальный вопрос, поверьте, очень глупый, особенно с мужчины. Вы мечтать умеете? Фантазировать, мечтать? Конечно. Смотрим, насколько... Хорошее воображение. Да. На яблоко. Помидор. На шарик на помидор. На шарик на помидор. Ну логично, ну грубо же. Марс. Планета Марс. На яйцо поставь. На чё? Никогда не видел, чтобы яйцо было круглое. Это такая пыль. Тем более пасхальное. Если вы подумали о том, о чем я, не всегда как быка убивают, да? Да, увеличенный чупа-чупс. Мороженое. Ладно, не буду вас мучить. Это так, шутка была. Господи, девочки, самое главное, смотрите, я его кладу на стул, постараюсь. Вот там. О. Ваша задача на счет раз, два, три, схватить это мяч. Кто первый из вас схватит, то и будет победить. Ну а победительница, как я уже сказал, будет специальный приз. Все понятно, да? Наташа, все понятно, да? Тогда встаньте спиной в стучу. Приготовили, настроили. Честно нужно быть. Леночка, ровно, смотрим перед собой, слушаем меня внимательно. Раз, два, три. Опа! Это была проверка на реакцию. Итак, мячик я попал на место. Итак, на старт, внимание, Наташа. На старт, внимание, один. Один, Наташа. Раз, два, три. Стоим вроде, Наташа, ровно. Один, два. Наташа, два. Я уже сам боюсь. Два,
два с половиной. Приготовились? Девочки, приготовились. Внимательнее слушайте. Так, готовы? Приготовились? Ёпты. Прошу прощения, потанцевать, что захотелось бы. Наташенька, давайте. Попытаюсь. О, остановись. Девочки, Наташа, стойте ровно. Смотрите перед собой. Лена, перед собой. Кирилл подсказывать будет, я так и понял. Слушайте меня очень-очень внимательно. Я вам говорю, раз, два, три, и приз ваш. Маша может и хочет. Приз, я уже сказал, я же сказал, внимательно слушайте. Давайте поаплодируем Наташеньке. Дело в том, что сейчас мы вам дадим поощрительный приз. Вот. У нас не может быть проигравших, тем более сегодня. Вот, пишите вам. Подарочек? Как пошли? Вы довольны? А я как доволен. Спасибо. Еще раз аплодисменты. Вы стали первой женщиной, которая победила в первом женском конкурсе. Поэтому у вас есть выбор. У нас есть вам предоставить что? Это бутылка на 2 недели, оплаченная полностью. На 2 недели. Или вы выбираете приз сами. Я хочу на 2 недели куда? Сидим пешком. Оплаченный. Ну, конечно, оплаченный. Договорено со всеми. Но надо успеть. Это что? Я уступаю путевку. А, мне, да? Я выберу. Выберите. Тогда смотрите на своих друзей, на всех. Опускайте руку. И вот что? Там ничего нет. Что? Да. Нет, на шалупу нет, вчера вытянули. Домашка на второй лапе, что с тобой находится? Слушай, это так много, нужно я все вытащу? Я знаю, что там много, но нужно вытащить один, и это будет честно. Да, бедный муж, блокнот-то будет секретом на замочке, чтобы не то вытащили. Теперь показываю, что там еще есть. Нет, не будет. Аплодисменты наши пошли. Пить будешь вино? Нет, не будет, но хорошо. Так. Вот честно. Я буду смеяться, если бокал уйдет в начало стола. Не сомневаюсь. Мы никуда не пойдем. И третья информация мертвого, я сам за это говорю. Да. Мне вообще должен Лена будет проливать. Прием глотку. Ты выпил. Наливал. Видать, опять правило. Давай, ну полный нальешь и все. Я слышу, что там будет это. Вы налил. Ну, переживай, пиши на него. Да, закончится, да. Серега, готовишься к ментам, тренируйся. Все, группа идет. Командир, налей под стос побольше. Горочка. Делай, как я. Что там? Пойдем, кто там? Вот добрый мужчина, да? И не дышать. Да все понятно. Да еще непонятно, несколько капель туда войдет. И главное передать потом это потом. Жене командира. Буквально пару капель. Есть. А теперь передать. Хватит. Нет.
Нет. Нет. Передали. А ты вы попробуйте туда налить. Давайте теперь послушаем. Мы готовы. Я хочу поздравить всех наших мужчин с выпуском. Потому что 2 года действительно, кому тяжело дались, кому легко дались, кому очень легко, кому очень трудно, так же и женам. Я, наверное, хочу выпить как сейчас не за мужчин, а за нас женщин, чтобы каждая женщина своими отношениями, своей любовью к мужчине делала его дальнейший путь более легким, чтобы женщина всегда поддерживала своего мужа, чтобы нам терпение, здоровье. Давайте за нас выпьем. Мужчины стоя. Для женщины пьем стоя. Скромно на самом деле. Ура! По коленке не надо сразу. Кирюша пройдет. Ну что ж, милые дамы, сейчас для вас дядя Саша включит музыку. Вот. Мы будем вместе вот так лучше. Под ламбалу танцевать по кругу. Как музыка закончилась, вам нужно будет сесть на коленку. Одной коленки не хватит кому-то. А любую хватит? Конечно, на любую. Любая коленка. Правда, он каждый по одной достает. Я не знаю, от кого это. Вот. Ну, может быть, жены просто думают, что каждая на свою коленку. Обязательно на ближайшую. Можете на свои сразу не спать. Если попадете. Ну что, мы готовы? Девочки, вы готовы, да? Все банально просто. Главное на шею висеть. Только на колено. Да, танцевать. Колени можно менять колени можно? Если успеешь. Поехали. Сразу две колена выставляем. Что? Остапа, вода, кошка. Круто, нужно дышка. Я же говорил, что мы с вами встретимся еще. Правда? И я не обижаю. Верите, насколько я не обижаю? Дело в том, что вам сейчас придется кого-то из мужчин забрать. Не советую. Не советую. Почему? Потом скажу. Наверное. Дайте ему шанс. Не дам. Стоп, ребята, убегайте. Я же говорил, не надо мужа брать. Дело в том, что... Нет, уже все, вас выбрали. Дело в том, что раз вы проиграли, а вашу участь решил проиграющий, вы должны сейчас каждого мужчину поцеловать щечку. Легко, а вы... Не волнуйтесь, господи! И сразу вопрос, а чем щечку? А может, там букет на вот? Да, да! Не хотел нас подозревать. Подождите. Это наша женщина. Да, конечно. А куда? Больше кто-нибудь. Давайте еще. Ну что, девочки, готовы? Вообще, поменял коленку? Да. Поехали. Грубости. И что? А быстрее? Ну, Игорь, что мы дадим? Да, если его сейчас не заберут. Кого берем?
Ну вы в курсе, да? Мужчина целует мужчину, женщина. А женщина целует мужчину. Значит, можно было? О! Да, 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 можно дальше, попробуем. Спасибо, прекрасно. Ну что ж, милая дама. Ну, финал такой будет. Поехали дальше. Кого берем? Ты к мужу попала? Не подсказывайте, не подсказывайте. Дождался, вот целоваться было, да? О, хоть нацелуйте за сегодня, а? Да, земляков покрасил. Все, можешь зайти туда? Хоть бы девушку отвел. Домаду поцеловал и побежал, все. Лёха, томаты поцелуй. Не надо. Я же не лежал. Вот, ну что ж. Я же не что это. Дамы, самое интересное. Поехали. Только не говори, что мужа возьмешь. Ну давайте, расцелуйте. А, Василий, хорошо. Ай! Ай, ой, а сами тоже целуйтесь. А ты тоже. Его тоже будешь поцеловать? Макс, две коленки выставляй. Ну что ж, Макс, за шпагат. Представляешь, как тебе повезло круто? Какую коленку подставлять будешь? Подумаешь, тогда подвинься немножко сюда. Не готов. Ну что ж, девочки, вы готовы? Вы будете на месте танцевать или по кругу ходить? Понимаете, дело в том, что сейчас проигравшая будет целовать всех мужчин, которые сидят за столом. Я же не говорю на улице, которая, нет, за столом. Мне просто ушли на улицу курить. Вы зря подумали. Я подскажу потом, что. Ну что, вы готовы? Так что состязание. Лучше победить, чем проиграть. Поехали, Саша. Толкнула левым бедром, вторую вытолкнула, не означает, как правую. И все. Что? Ну что ж, у нас есть победитель. Увы, вы целоваться ни с кем не будете. Нет, только жена. Но вам, как я и говорил, не жалко, конечно, но зато приятно всем мужчинам будет. Заодно познакомимся. Ну здесь-то легко пройти, а там как пройти, а? Можно призы сразу выберут. Не затягивай. Я ему просто обидно, что он-то никого не целует. Мучился, а целовать-то не приходится никого. Вы знаете, я все думал, что будет целовать или нет. Продолжайте. Нет, в полной тишине нужно слышать каждый клей.
Коллектив. Все, как у нас были, как сказать, и будни, и праздники у нас были, у нас все было. Я хочу выпить за то, чтобы мы после вот этого застолья, кто там получил высокие должности, а кто чуть-чуть поменьше, кто там, что хотел, что не хотел получить. Значит, чтобы мы, всегда созванивались, не зазнавались. Не поворачивались друг к другу своими спинами, чтобы по первому звонку мы в любое время могли собраться и помочь друг другу в трудную минуту. За нас. Ура! Наш коллектив один из лучших. Факультет. Привет! Плохо просим, плохо Нет, просим. Еще раз. Дорогие друзья, 2 года прошло, 2 года не самой легкой вашей жизни, 2 года, когда вам приходилось днем грызаться в гранит науки, по ночам поднимать экономику Москвы, 2года, когда ваши семьи ловили моменты, когда могут с вами пообщаться, когда вы не спите или где-то не работаете, не учитесь. 2 года прошли. Было все за эти 2 года, и за этим столом уже было сказано, что было и грустное, и приятное, и веселое, и не совсем веселое. Всякие моменты были. Тем не менее, все это уже позади. Вы теперь уже состоявшиеся выпускники, академики. Пройдет еще немного времени, буквально месяца полтора-два, и все вы окажетесь кто в войсках, кто на границе, кто в высоких управлениях и штабах. И вот тогда жизнь начнет уже выставлять свои оценки. И вы поймете, как вы изменились за эти 2 года. Вы на многие вещи стали смотреть совершенно другими глазами. Сознание ваше поменялось. И теперь вас оценивать и все ваши промахи и ошибки уже будут вылавливать не преподаватели, а ваши подчиненные и начальники. И поверьте мне, отношение к вам будет совершенно другое. Здесь уже не будут смотреть,
какие у вас дипломы красные или синие, какие у вас оценки стоят, отличные или удовлетворительные. Вы все в одном звании – академик. И это налагает большую ответственность. И любой ваш промах будет оценен так, ну, если уж академик не смог. Поэтому я хочу, чтобы вы высоко держали марку выпускника бронетанковой академии или, как сейчас, инженерного факультета общевойсковой, и всегда были достойны этого звания. Я хочу выпить за лучшую группу этого выпускного курса, группу, которая еще полтора года назад, в первом семестре, сдавая самый сложный экзамен за все два года, поставила такой рекорд, который еще не скоро будет побит. За вас. Спасибо. Спасибо. Ура! 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 Спасибо! Как заслуженный артист. А как же? Как положено. Я буду по порядку в разнобой, как у меня пойдет. По порядку в разнобой. О, сказано, да, сильно? Я помню. Я предлагаю так, потому что многие друг друга и не знают, и не видели, про кого идет стихотворение, встает, выслушивает, ну а дальше садится. Может похлопать, если нормально, а если нет, то нет. Первое стихотворение про Игоря Франчика. А ты вот считаешь, будем догадываться. Кто только с конца начал, Вася? Еще раз повторю, стихи свои, поэтому строго не судите. Тася, на последней классной партии будем помнить вечно мы с тобой. Это почему так? Потому что Игорь постоянно у нас где-то находился, и рядом сидел Игорек Рыски, он говорит, я портрет повешу, чтобы хоть видеть правого соседа от себя. Пожалуйста. Димка Скалеренко. Учиться военному делу я прислан из РВСН. Конспекты пишу я умело, летучку решу лучше всех. Очень человек трудолюбивый. А про шпаргалки? А про шпаргалки забыл. Дима потерял, честно скажу, потерял. Так было сделано. Ну, следующий. Зачитываем, пусть догадываются сами. Следующий зачитываем. Академия родная, ты такая непростая. Сколько ж сил мы отдали тебе. Курсовые козы, снег, лопата и морозы навсегда останутся во мне. О ком речь? Леша Гудер. Ну теперь наш парикмахер, лучший парикмахер нашей группы. Давай. Ни Версачи, ни Красновы, ни другие кутюрье не сравнятся, безусловно, с виртуозом Игорем. Он стрижет всех аккуратно, полубокс или канатку, а приятный внешний вид на плацу вас сохранит. Прошу прощения, вопрос можно? А расценочки скажете? Умеренные. Умеренные. Ну, следующий наш товарищ. Послан я, ребята, для учебы. И скажу вам честно, не тая, учить легко, а вот учиться так непросто. Честь имею, милые друзья. Профессор, правильно. Не пойму. Ну, поскольку я хотел в конце стоять, но раз уж здесь оно находится, и немножко вот с этим стихотворением мне не повезло. У этого человека чуть изменила судьба, поэтому пусть он меня простит, но мы все думали, что она прямо в русло войдет. О, Москва, прими меня! Родные нет места для меня! Ни в Челябинске, ни в Курске не срубить столько капусты! За МКАДом дальше нет земли! Езжайте сами, стройте корабли!
Поднимайся, Вадим, это для тебя. Молодец! А в Питере, да, кстати, корабли еще лучше. Ну, следующее. Он быстрый, как ветер, прыгучий, как бубка. Его не достанешь, штурм, малютка. Но лучше товарища нам не найти. Всей группы на праздник к нему сможем зайти. Все праздники группы мы отметили у Сергея. Все без исключения практически. Василий Иванович, он еще хорошо шарики дует. Опыт, опыт. Опыт, да. Значит, свадьба там гулять. Шарики надо. Когда? Когда свадьба гулять? Так что же? Не завтра. Нет. За неделю. Через сколько? Следующий секрет. Можно продолжить? Берег левый, берег правый. Был я вовсе на Старомынке правый. Что судьба мне уготовила, трудно предсказать в это раннее утро. Ждут меня за границей походы, чемоданы забиты деньгами. От чего-то проснулся я что-то. И услышал свою фамилию, я никак не пойму, для чего же мне идти доложить ориентирование. Дима, это тебе. Хороший сон. Но это мой близкий друг. Это мой близкий друг. В процессе нашей учебы приобрел погоняло одно, вот я ему и посвятил это стихотворение. Смотрит он не свысока, в 29 получил он подполковника. Ты надежда группы сохрани, генералом стань и всем нам помоги. Ну а следующее объявлять не буду, догадайтесь. Голубые глазки, зеленые погоны, как хочется мне ласки, скорее дойти до дому. Но даже умный Мольтке позволит согласиться, нет ничего дороже моей родной границы. Вот эти написаны прямо сегодня, правда, группой пригласила жены и всех. Заканчиваем, да. Кроме вот этого. Самый сильный и могучий, как писал Хаким Заде, разведет не только тучи, наш спецназ Улан-Удэ. Леша, тебе. Под свист колес машины вздохи, немного не в рифму, в строй опаздывает Тимоха. Зацепился он стропой, и повис вниз головой. Вы, ребята, помогите, поскорее меня снимите. На занятия я спешу, то вопросов я спрошу. Всегда обычно задавал много вопросов человеку. Следующий. Этого я не говорю, вы сами догадаетесь. Рано утром с позаранку Лёха едет на Лубянку. Напишу распределение, будет всем тогда веселье. Коньяк, вино, моя Молдова. Усатый друг, встречай меня из дома. Мы сядем, выпьем по чуть-чуть на семинарчик в добрый путь. Итак, это тебе, родной компьютер. Ну, всем последний остался. Как говорят, крайний, не последний, а крайний. Ну вот, ну что, друзья, настал тот час. Теперь и я не командир у вас. Хочу я только пожелать вам всем. Не надо вмазаться, а быть дружнее над всем. Спасибо хочу выразить всем за совместную учебу, командиру персонально, за наше терпение друг к другу. И всего-всего самого доброго и наилучшего. Еще раз спасибо. Да, за это стоит выпить. Я знаю, что еще не все, но налить-то нужно бокалы. Сейчас немного. Так, кто голову готов ложить на гильотину,
За честь России мы всегда готовы выпить, крикнуть троекратное. Ура! 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 Это тебе, Игорь. Ну и последний этот, Сережка. На страже Родины, на неразглашение тайны, на то, чтобы люди всей страны не знали горечи печали. Ну тут не пошло мне. Стоит Сергей из ГРУ. Я знал. Вот теперь все, спасибо. Ну что ж, спасибо.